Итак, ответ на вопрос от Энди Вестсайд. Задача создать рандомные группы для плашек, чтобы получить рандомную текстуру, но не располагать их вручную, и также не вручную не хочется назначать группы. Во-первых, вы можете посмотреть урок, который я кину в ссылке в описании. Это урок по Maya. Но если вам не все понятно, вы плохо дружите с английским языком, и вам непонятен этот урок, так как это Maya, вам хочется 3ds Max, хотя все похоже, я все же запишу, как это делать в 3ds Max. Во-первых, имея волосы, естественно, назначаем Mesh from Strands, в котором сразу же активируем Pure Strand UV Coordinates, Create Texture Atlas и Strand Group Texture Islands. Это все делает, первое, задает UV-шки автоматически для ваших плашек. Второе, создает эти UV-шки, то есть создает атласы. И третье, Strand Group разбивает эти атласы по группам. То есть, если у вас 4 группы, у вас будет 4 таких UV-шки. Вот. Далее, чтобы не назначать группы вручную, вам просто нужно перед Meshroom Strands назначить модификатор OX Generate Guide Data. То есть, он находится здесь. Его просто выбираем OX Generate Guide Data. И в нем нужно, во-первых, для Target Data сделать Strand Groups. То есть, будут у нас рандомные группы. А затем в метод выбрать Random, чтобы получить разные группы. И Use Value Range задать количество этих групп. Если у вас будет значение от 0 до 4, то этих групп будет 5. То есть, на UV квадрате будет 5 разных UV плашек, на которые можно назначить разные текстуры. Давайте проверим эту теорию, то есть все это отметили. Useful range 4.0. А затем коллапсим этот стек, чтобы получить mesh editable поле. И назначаем unwrap UV, чтобы проверить, что у нас получилось. Смотрим и видим, что у нас разные 5 разных UV-шек. Причем это рандомные UV по всей геометрии. То есть, если выбрать раз, видим эту группу, затем 2, другая группа, 3, третья группа, 4 и 5. И теперь, если вы назначите разные текстуры на эти плашки, то есть создадите разную текстуру, то у вас будет рандомное их расположение, за счет этого будет более реалистичный результат. Это все, что я хотел рассказать в этом видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.